Профессор и доктор педагогики Николас Джон Рашби прибыл для того, чтобы выступить в серии лекций об образовательных и обучающих технологиях. Профессор Рашби собирается не только поделиться опытом, но и проанализировать ситуацию в КФУ. Лекция, прошедшая сегодня в научной библиотеке имени Лобачевского, была посвящена научно-исследовательской и публикационной этике. На ее чтение были приглашены студенты разных факультетов. Также велась онлайн-трансляция за пределы нашего университета. Проведение этого мероприятия стало возможным благодаря программе развития КФУ и переговорам, проведенным в рамках Всемирной конференции по образовательным технологиям. Мы ожидаем, что в сентябре профессор Роза Валиева и несколько ее коллег прибудут в Лондон для принятия участия в конференции и для стажировки в Институте образования Лондонского университета. И я надеюсь, что это будет началом взаимного сотрудничества в данных вопросах. Развитие подобных партнерских отношений среди гуманитариев открывает широкие возможности перед студентами и сотрудниками Казанского федерального университета. Лина Саримова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Thank you.